Друзья, всем огромный привет! Сегодня проверяем батарейки необычным способом. Способ это не проверка напряжения, а именно проверка максимального тока, тока короткого замыкания. Чем больше тока короткого замыкания, тем больше емкость батарейки. Вот такое вот убеждение мы сегодня получим. Вот, значит, включаем мультиметр, все умеют пользоваться, если кто не умеет, то подскажу. Значит, включаем на режим измерения тока, ток постоянный, диапазон от 0 до 10 ампер. Для этого диапазона есть специальное гнездо. Втыкаем в него, вот написано, максимально 10 ампер. Теперь берем батарейку и измеряем ее максимальный ток. Друзья, вот мы видим максимальный ток. Ток составил 4,2 ампера. То есть долго не держим, потому что батарейка очень быстро разряжается, а потом начинает греться. Так что лучше не экспериментировать. И максимальную батарейку, которую можно использовать, это формат 2А. Также можно мерить формат 3А. Ток должен быть немножко меньше. Вот. Но все зависит от степени заряда самой батарейки. Да, видим мы, ток составил 3,6, 3,5 и начинает падать, так как емкость теряется при коротком замыкании. Это означает, что батарейка заряжена. Итак, убедившись, что вот эти батарейки у нас хорошие, то есть ток вот у этой 4,5 ампера, у этой 3,5 ампера. Вот. И теперь берем батарейку, которая уже работала в каком-то устройстве. Знаем, что ее энергия уже на исходе. Вот. И проверяем у нее ток короткого замыкания. Итак, вот мы видим, что ток короткого замыкания у этой батарейки 0,5-0,6 ампера. Вот. Теперь берем всеми привычный способ проверять батарейку по ее напряжению. Говорю еще раз, что этот способ очень неэффективен. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот. Смотрите. Берем батарейку, заведомо хорошую, и видим, что напряжение у нее 1,5 вольта. И теперь берем батарейку, которая уже на исходе. Проверяем, и у нее тоже напряжение 1,5 вольта. Вот, действительно, это не показательно, и это не определяет емкость и остаточный заряд батареи. А вот по току короткого замыкания, это наиболее правдоподобный способ. Так что, друзья, обязательно покупайте тестер, и при помощи этого нехитрого прибора можно определить и отдефектовать целую кучу батареек. Выявить, которая у вас новая, которая еще поработает, и которую просто можно выкидывать. Вот, возьмем еще одну для примера. И ток у нее равен вообще нулю. И ток, и напряжение. То есть эта батарейка равняется... Друзья, вот такой нехитрый способ определения емкости, можно сказать так, или остаточного заряда батареи при помощи обычного мультиметра по показаниям тока. Еще раз говорю, что показания по напряжению это неэффективно и неправдоподобно. А по току мы смело можем определить остаточный заряд. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, Технофорум вам в помощь. Ставьте лайки и ставьте колокольчики для того, чтобы не пропустить наше новое видео. С вами Леонид, всем пока, подписываемся на канал.